Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на телеканале ПС. Кружатся вихри за спиной, взлетают бабочки и ноты. И вот для вас вещаю я прогноз изменчивой погоды. Погода в Архангельской области на 8 число. Котлас минус 7. На протяжении дня пасмурно и возможны осадки. Ветер умеренный. Во вторник в Плесецке также облачно и снег. Температура воздуха минус 6 и сильный ветер. В Вельске утром ясно и только днем небо затянет облаками. Средняя температура составляет минус 5 градусов. Ветер умеренный. И о погоде в Архангельске. Во вторник нас ожидает ветреная погода. Утром ясное небо и температура воздуха минус 4. Днем потеплеет до нуля, но пасмурно и небольшой снег. Вечером облака немного разойдутся и температура воздуха опустится до минус 8. Похоже, что весна к нам не торопится, но я уверен, что дождемся мы ее. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди. Но думаю, так долго нам ждать не придется, ведь, возможно, завтра весна уже будет близко. И чтобы быть в курсе погодных новостей, смотрите прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС.